Всем привет, дорогие друзья! В прошлом видео мы рассматривали с вами застройку из двух домов в станице Гастогаевской на улице Механизаторов 7, а именно первый дом 130 квадратных метров. Сегодня мы проведем обзор второго дома, он уже совсем другой планировкой. Поехали! Данный дом, так же как и предыдущий, выполнен в светлых тонах и облицован короедом. Сразу бросается в глаза навес с декоративной ковкой, которые в дождливые дни будут кстати. Теперь пройдем вовнутрь. Сразу попадаем в прихожую площадью 6 квадратных метров. Далее проходим в коридор, откуда можем попасть на второй этаж, санузел, спальню и кухню-гостиную. Санузел на первом этаже выполнен в светлых тонах и имеет квадратуру 7 квадратных метров. Спальня имеет площадь 14 квадратных метров. Комната оснащена розетками и выводами под радиаторы. Далее проходим в огромную кухню-гостиную площадью 30 квадратных метров. Кухня устелена кафелем. Также с кухни можно выйти на прекрасную террасу площадью 25 квадратных метров, откуда открывается вид на земельный участок, который составляет у нас 7 соток. Перейдем ко второму этажу. Он встречает нас коридором квадратурой 9 квадратных метров. На втором этаже расположен у нас санузел и 3 отдельно стоящих спальни. Санузел на втором этаже выполнен в голубых тонах и имеет площадь 7 квадратных метров. Имеется освещение и принудительная вентиляция. Далее проходим в первую спальню. Она у нас квадратура 14 квадратных метров. Вторая спальня имеет побольше квадратуру 16 квадратных метров. В ней так же, как и в остальных комнатах, есть и розетки, и радиаторы. Третья спальня имеет квадратуру 13 квадратных метров. Друзья, вот и посмотрели мы с вами дома 130 квадратных метров. Для того, чтобы узнать более подробную информацию, вы можете нам писать ниже под видео комментарии. Мы обязательно на них ответим или звоните в отдел продаж. Дома у нас в свободной продаже и ждет своего хозяина. Всем пока, до новых встреч!